Предлагаю вашему вниманию сервер Rust Legacy под названием Rising Rust. На этом сервере полное отсутствие лагов и читеров. Также у сервера мощный хостинг и защита от DDoS атак. Есть аирдропы, випки и донат. Для первых 20 человек, которые посетят сервер, можно использовать промокод, который находится в описании под видео. Подключайтесь. Ты обзор нас, да, ты имеешь в виду башню сделал? Да. У нас лестница, кстати, гниет. А по периметру потолки ты не будешь делать? Какие по периметру потолки? Где лестница? Нет, просто так. А, это не наш. А кто подбегает к нашему дому? Ага. Не я. Все. Так. Выяснили кто? Да, это Фер. А сейчас? Ага. Так, а почему здесь потолок? Ну вот здесь вот именно. Там же это тамбур стоит у нас. Ну да. Нормально. О, да ладно, так вот его замок что ли принес? Да, не рецепт, но что-то. Красавчик. Так, третий этаж делать? Ну да, нам повыше надо, чем скала. И шкаф здесь надо установить. Хера тебя дамажит сквозь это. Так, нормально. Так, у меня порох практически докрафтился. Все, 5 осталось, делаю патроны. И идем колупать этих. Только это, аж с хилками-то что мы будем делать? Надо бинтов хотя бы накрафтить. Блять, камень есть. Клоксы. Камень есть. Кому камень? Нет, серу. О, шприц у нас есть, нихера себе. Ой, СМГ. Бля, погоди, чем-нибудь выкинь. Ты чё, серишь что-то, блядь? Бля, возьми копье. Или стрелы на. Так, еще копье возьми одно. Так, ладно, я понял, короче, пошел я ящик поставлю еще папочку. Только ставь их поближе к краю, чтобы их можно нормально было залезть, окей? Нормально можно залезть. Загрейдили там, нет? Если подходишь и это... Чё это за нефэншу, блядь? Ну, карамбул попросил. Ну, ёбаный по голове, блядь. Я бы здесь вот сбоку таблички бы написал, здесь таблички повесил бы. Это такая хуйня, это такая, блядь. А, надо это-то в дерево загрейдить. Надо в дерево загрызть тоже. Что у меня бинтов вообще до хера накрафтилось. Трехэтажную вышку делать больше не надо. Ну, она заглядывает за скалы. Сейчас посмотрим. Нет, третий этаж не будет заглядывать. Надо выше. У меня дерево о, не будет. О, тут надо этажей, наверное, не знаю, 5. На тебе дерево состакается хоть сколько-нибудь там, 400. Я со своим Томпсоном, любимым, оказывается. Любви. На, так, надо так, ну все, на что хватило сделал. Угу. Все, сейчас пойдем. Так вот тут надо ставить. Ну да. А кто там, блядь, близко так поставил? Карамба, сказали, что ты просил. Ну правильно, что за не тянуться, вот какая разница. А, блядь, 15 блидинка ты, блин. Не похуй, блядь, ты вообще пиздец, ты все. Ну так разрушиваю и все, в чем проблема? Зачем, блядь? Тут же ремонта нету, а я топорчик не хочу свой ломать. Карамба, твой косяк, ломай, блядь. Мне так нравится. Так, я кажется, сейчас мне проще карамбу, наверное, разбить, блядь, чем ящик. Меня нельзя трогать. Зачем меня побить? Замок зелененький был, хули, правда? А, в смысле, я же закрывал. На внешке. Ну, на внешке.
Но он был зеленый. Да? Ну и похуй. Так. Но мой так и степлее ебаный, ебаный брат. Заходи не больше, выходи не плачу. Ну, как-то так-то. Кто там уже лазит опять? Да ебаный шип. Нихера они там уже отстроили, алло, у них там внешний периметр, блядь. Айда, может, успеем. И бежит к нам один. Они что, заармировались там, нет уже? Я не знаю. Блядь, быстрее идти. Все, идем. Патроны у меня крафтятся, СМГшки возьмите, пойдемте. Я взял 40 патронов, пошли. Тя. Ой, не пошли, я пойдем. Побежим. А то пошлют и пойдет. Вот здесь за скалой где-то один из них. Я видел, бежал. Я справа обойду. Давай. Нету. Бочку лутани. Да хер с этой бочкой. Нет, они только строят, там есть проход через периметр. Все, давай, идем. Яблоки. Один за деревом там убежал, он ходил. Угу. Уже стреляют. Угу. Справа двое. За периметром обойду. Пацаны, угу. Вы попали. На крыше еще двое, нифига, четверо. Так, за периметром ничего нету. Атака хером какая-то болтает. Че у вас там, нормально, не? Да, я периметр разрушаю, девушка. Я, бля, возле входа главного. Пиздец, сука. Кто за... Ой, урод какой. Наши забегают, да? Я внутри, там двое со скалы, смотри. Сейчас, говорит, с болтовки будут стрелять. Карамба, поменьше ходи. Не следи за выходом. Так это в ведре кто стоит? Твою мать, я. Меня уже выпадают патроны, мать. Карамба, у тебя что? Что, у меня чисто. Блядь, ты можешь не ходить? Я попросил. Блядь. Все, все. На. Да там двое с периметром обходят, пацаны, ну ёпта. Ну давай, давай, ладно. Где они? Мы у входа. Да не у входа, с другой стороны. Здесь у меня хп. Ну нету здесь никого. На. Да внутри. На крыше. На возьми крыше. Сзади тебя этот. И шприц возьми. Наш шприц. Давай, спасибо. Тут на тебе еще ставь патроны. Обходит, обходит справа. Вижу, вижу. Что, уходим, нет? Уй, блядь, нет. Надо еще стрелять, стреляй. Попал, попал. По-моему, я одного свалил. Я маньчку не разрушаю. Перезаряжаюсь. Давай, давай. Голый, ты чужак? Пошел посмотреть, да, да. Или нет. За угол посмотри, лежит? Нет, нет. Скалы ушел. Лежит сюда. Да что ж ты будешь делать-то, блядь? У меня еще тухот, твою мать. Сейчас, бегаю. Так, я внутри периметра. Угу. Аккуратно следи за болтом. Надо лук достать. Патроны кончились. Блядь, не докинул. Угу. Что там, бабахнуло уже, да? Да. Слева идут, слева. Чирок, слева? На террористы вышли, да. Ушел дальше за скалы. Они на болтовку нас выводят, я боюсь. Угу. Вы со стороны пристройки нашли? Да, сейчас я. Да. Ход, ну да, да. Я возле дома один. На, Петр, на.
Давай, держи их, серая сзади. Где он? Вижу. Так, нормально. Визит, уходи, там дух. Попал. Надо кому-то там остаться возле периметра. Я здесь. Кто бегает по периметру? Есть, попал в одного. Давай, красного. Я с красного. Блять, надо ближе подходить. Далеко уже ушел. Я за красным иду. Адекватный далеко. А, ты на пристройке? Вижу. Я вот здесь на углу дома, если что, в ведре. Так, я в периметр захожу. Давай. Ой, как далеко ушел. Он убил ты того, да? Да, атаку первым убил. Здесь у нас дома голый остался. Не, этот чувак куда-то в красном все конкретно убежал. Вот он тут в красном. Вот он тут. Да ладно. Я же за ним бежал. Значит, я вон сейчас со спины выйду. Да умри, тихо, сколько же можно? Все? Так как хером. Нет, это другой. Это другой, я говорю, а тот, кажется, все, убежал. Так подожди, до этого тоже писали, а так как хером умер, убит впервые. Я его убил. Че, пойдемте быстрее к ней, а периметр застроит. Да. Не-не, я периметр смотрю, нет здесь никого. А, ну все, надо колупать. Здесь голодок, он на крыше скачет и все, больше никого. А те, наверное, редко колупают. Может быть, да. Но у них сейчас стенка сгниет, знаете. Кто такой красный сзади? Я. Вон, да нет, уход был. С баррикад бьем. Где она? Вот это? Давай. Так, что мне? Сверху, крышу смотри. Понял, один путь крышу смотрю, вот это там смотрю. Периметр, зашли за дверь. Вон он до нас хочет уже стрелять, или что там он делает? Ну, с орехом вообще. А, с орехом? Ну, просто смотрит, бегает. Нам хватит копий, ты понял? Стоп, как? Не знаю, надеюсь. У меня еще есть копии, я еще дам. Да, прийти тогда, дай. Сейчас, вы уже что, закончили? Блядь, вдруг там что за место начнется? Сейчас бегу. Сейчас поскидываешь там парочку. Хоп, с болтом вылез. Вот, да, наверху. Ветер. Не, вряд ли он попадет у нас. Не, ты не попадешь, он попасть, только если он попадет. Он хочет вниз стрелять. Отлично, блин, болт не выпал, надо... Ай. Да, упал. Знаете, копия сюда, пойдем, чистый. Чили. Отдельно кидают. Поднимается, опять встал. Шо? Есть, ноги вижу, блядь. Пони, возьми, я бью. Убил его. Пони, копию возьми там. Вон целый лежат. Все, я пошел на позицию. Давай. Так, да. Хер вышел. Подожди-ка, я не смогу его облутать. Нет. Блин, там что? Ой, стрелять, это этот, наверное, Друльпанова. Хера этого атаки, которого я не догнал. Вы двое не бегите там. Крышу один оставьте смотреть. Смотрю. До хера бегаю, смотри. Бля, они сейчас будут открывать за Олега. Что там за война? Ты чё? Не заряжай. Капкан сработал. И это больше перестал прыгать, значит. Не, прыгает он. Я ещё чуток остался. Вы копии подобрали? Да. Иду на помощь. Кровотёк. Боник, смотри крышу.
я доколупаю. Блять. Я иду. Сейчас я обойду его. Иду на него прямо. На. Угу, вылазит. Блин, сука. Нет, херово дробаш, припас тащит вообще. Запал, так кто-то херачит там? Нет, дробаш. Готов, сука. На нахуй. Дерспан, блядь. Че у него там? Стрелы забираю. Опять капкан. Возьми стрелы. А это панда, блядь. Сколько там? Сер. 55. Все, быстрее возвращайтесь, чтобы мы вдвоем заходили. Идем. Потом все, давай, иди, крой. Давай, пока. Все, смотрю, крышу. Там что-то делают, строят, там можно. Так и так не пришлось. Вон мешок. Отлично. Перезарядка. Так, потолок. Оп! Здорово, чувак! Что-то вовремя. Смотри, крышу. Все. Так, вверх. Гранату подобрал. Вверх. Угу. Да, внутри. Так, что у нас там получается? Отойди, Боня, отойди. Ой, нормально вдолбал. Так, там смотрим. Наверху есть. Ничего нет. Наверху есть чувак. Ходит. Вот эту стенку надо долбить прямо. Блять. Ну это конкретно надо крыть. Они в упор могут подойти и расстрелять нас. Да вон там дальше. Я его вижу, но он быстро бегает. Ладно, давай колупать. Он за печкой погасится. Так, а что у него было-то, кстати говоря? Он же с оружием вроде упал. Нет, да ладно. Нет. Еще одна штука. Что стреляет? Кто? Лестницу на деревьях. Ага. Он стоит. Слева. Зарезался. Убой там. Справа. Голый. Повалил. Что? Наша нормально? Слева. Нормально. Строится, сука. Как его подбить-то, ё-моё. Спасало. Крадется вот. Крадется? Да. Вижу. Шугнул. О, он упал вниз, слышь. Туда, в яму свою. Еще два копья на тер, скину. Вот, не бери ты. Вот они лежат. Где? Вот сзади сразу два целых, вот да. Эти. Тер, не мечись. Ага. Справа. Идет в одежде. Справа. Вижу. Да нет, не вижу. Куда он делся? Я вот еще он упал. Нет, или туда убежал, или упал. Он упал. Так, у меня последний топор. Вот давай дерево. На, кирку сейчас скинул. Кирку скинул сзади тебя у стены. Вон он, вижу его. Все, у меня последняя. Граната, уходи. Убегайте. Отлично. Нафиговал, готов. Блять, он меня взорвал, пиздец. Охренеть. Я взял Бонни копье взял. Давай. Блин, надо слово подобрать. Я там. Чё кинул? На улице. Так, где мое тело? Просроченное. Вот
А где Томпсон? Вы подобрали? Я поднял. Нихуя себе, прокурсная, долго играющая. Где он, негодяй? Кикает, блядь. Да они с тамбуром швыряют их. Не-не, он когда кидает... Странно, что меня убило-то, она же вроде не такая уж и дамажная. Не-не, самодельная. Это, адекват копии есть? Да, это Томпсон мой. Так, держи. Блядь. О, если что, я могу орехом колупать, чтобы не давать вот им захилить. Давай, я бью пока. Иди подбери. Так, я отхиливаюсь. Вот они. Слева, который как спускает. Три копья. Он, походу, еще крафтит гранаты. Угу. Че, где его друзья-то такие? Бегает опять. Сколько КП? 44. Бежит, 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 вот здесь справа. Бежал за хуйню. Угу. Угу. Сейчас сломай, 27 КП. Угу. Граната, по-моему, да? А, нет, это нет, шипит. Нет. Бак, наверное, бак. Двери перекнули. Бейте, бейте. Бьем, бьем. О, у меня патроны кончились на пистолет. У меня тоже. Мало. Давайте же, давай. Есть. Армор, ё-моё. Сука. Пипец. Так. Хорошо, давай думать. Оделся один. Бля. Нормар. Так. Где-то вот за этими стенками, скорее всего, шкафчик стоит. Тут одни ячейки, короче. Он в центре шкафа должен быть. Кто по земле? Я. Бля, и хер залезешь ведь. Да, везде билдинг из блок. Надо идти на крафт патронов. А ну они тогда сейчас застроятся. Я знаю. Поэтому я побежал на крафт патронов. Да, что еще нам надо? Подожди, у тебя есть чуть камни, хотя бы десяточку, дай? Шесть. Давай шесть, как раз на барабан. На. Патроны забрал 28, 102 металла, 10 ганпауэра. Украл? Патроны на чё? Который в красном валяется. Я чё, пытался до него допрыгнуть. Отвлекает. Все, упал. Ебать, нас клупают. Клупают? Ну да, камни, представляешь. Давай я вернусь один. Ой, что такое? Ой. Что за пролог? Ой, блядь, нихуя. Нагиб нас камнем колупал. А-а-а. Да ладно. Прикалываешься, что ли? Отчаянный. Так. В ролик попасть хочет. Так, слушайте, а у нас угля-то... А, вон, угли есть. Короче, я сейчас возьму это, сбегаю до Ротауна. Вот, может, что найду, блядь, дельного. Патроны. 5.56 и калаш. Ага, окей, заказ выполнен. Так, у меня 6 патронов на том, на керсине. Сейчас так, расстреляю по-буренькому, а то я без этого. Так. О, ящики зарезались, да ладно. Да ладно, рецепт, ебать, этого гранатомета. Да ладно! Я себе. Сейчас. Где еще ящики есть? Главное, ладно, похер, если я даже сдохну здесь. Надо этот. Да изучу. Не, блядь, я на него смотреть буду стоять. Неси домой. О, сапоги. Спальник. И прыгай. Поднимай его над головой и беги, ура, кричи через это. Так. Так, кто бегает? Все, я не могу больше, блять, а вдруг там еще что, подожди. Все, я ухожу, у меня 94 радиации. А, у меня же таблетки еще, я туплю. 3 штуки. Лол. Ну да, я тут уже все, руки наложить на себя решил. Все, мы все умрем. Так, что-то. Спойлер.
Фу, сдохшее мясо. Фу. Фу. Все, таблетки захавал. Так, хорошо, у нас как раз дома же ракеты вот эти всякие лежат, и новые, и у старые. У меня с собой, там еще есть, блядь, да. У тебя с собой? Откуда одна, у тебя? Да. Ну, я нашел бочек. Почки. Вот это вообще. А что там с периметром их? Ничего. Ну, так же все раздолбано? Ну, все, да, сейчас, бля, у нас металла нету, да ладно. Не. А сколько надо, подожди, на этот гранатомет? 600. 600 металла, 200 дерева и 80 клоусов. Неужели нигде нету металла? Должно было нажариться. Да какой нажариться? Тело, 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 тело у нас. В доме? Так, ракеты. В смысле, болтовка? Да нет, все, уже нету его. А, пан. Сдох, угу. Так, 4 ракеты, да ладно, у нас в большом ящике еще лежит. Прикрой мне телефон. Бля, я бегу. Так, лекаюсь. У нас нету металла, надо металл жарить. Будет голова. Угу. А самое херовое то, что у нас нету дерева, чтобы нажарить. Поэтому я пошел за деревом. Короче, лол. Жесть. Я так пошел. Так еще и на гранатомет надо там. Ну, нам 600 надо. Я сейчас все 3 печки заряжу на него. И все, быстро там скрафтится, я думаю. 3? Надо 10 печек, больше печек. Ну вот только тебе расстается. А, смотри, нет, а тебе это гранатомет это зарядов у нас нету. Но они часто выпадают в этих в бочках. Можно изучить будет нормально. Mm-hmm. И путем. Так, все, я дерево добыл. Сейчас это ставлю, ну, печки, и все, зашибись у нас. Клоусов должно хватить. Блять, еле успел. Гранату кинул? Да, прям под ноги мне, я застрял. Где застрял? Двое дома. Опять тянется. Я... Что тут? Тут взял. Это гранат. Угу. Где-то железо долбано. Бля, патроны кончаются, сука. Угу. Бонди, ну где ты с РПГ своим? Я бы тебе сказал, где. Ну что же крафтить надо, ёпсту дай. Сейчас все будет. Все, уже 2 печки заряжены. Мне уголь нужен долго. А, у меня же есть уголь. Сейчас я вам патроны принесу. О, давай, давай, долго вообще на исходе уже. Ты еще бегаешь, тела какая-то. А, еще и металл же на пульке надо. Ага. Металл? Есть же в нижнем ящике внизу. Где? В маленьком ящике в каком-то. По-моему, возле костра крайний, возле этого. Либо отдельный стоящий. Короче, где-то внизу я видел, там около 600 металлов было, где его забрали. Ага. Когда ты видел? Часов 5 назад? Нет? Нет? Перед выходом. Ну, конечно. Или ты этот крафтил патроны на этот металл? Нет, у меня было 500 металла жарено. Здесь? Угу. Вот что-то клепает. Кто клепает? Найт, походу, здесь там выбраться не может. А, сам сидит. Так, порох у меня есть, так, металл. Так, 5000, так, 1000. Так, еще 1000. Все, металл жарится, остается только ждать. Ставлю на крафт патроны, сейчас. Я добегу, пока добегу, патроны уже скидывают. Я просто в... Чё там? Постоянно я дроп, я не могу найти. Блядь, я вижу, я бегу на него. Я там, я прибегаю, еду на себя. Он же не должен считать. Все, пацаны, я бегу. Крой, я лутаю. Ноль патронов. Тробак взял. Лутай до конца. 5-10 тысяч камней забрал. Крой. Все, давай. Я подбегаю уже. Тоже иду. 36 вот патронов уже. Валил. О! Отлично. Кодовый замок это замечательно. Ой, да у него одна одежда и все. Все, убил хэт. Жир забирает. Ой, топливо. Одежду не беру. Что ж пустыня такая яркая? Выкинь остальное все. Три патрона на винтовку. 7 патронов точнее на винтовку. О, можно изучить, будет попробовать.
Крой-крой выкидывай. Баррикаду поставили сверху. Я сзади. Так, народ, скидываю вот в центре. 364, да ладно, стак. Так, на, тебе нужно. Крой, Бонни, карам убери. На. Давай. 64 тебе. Еще делается, mm-hmm, еще делается. Я поставлю на крафт себе на дробаш патрона. 100 пороха забрал, нормально. Мне сейчас скинь, просто скинь их. Я дома использую. Кого? Ну порох кого? Сейчас отменяю. Кого ты отменяешь? Порох скинь, говорю, просто. Или ты да что? Да понял. Ну он патроны крафтил. Ну так за что ты крафтил бы патроны, алё? Так я что и делаю? Бежали, крафт. Смотрите. Делай тогда патроны. Вот это 9 миллиметров? Ой! Не, на дробаш. На дробаш? Окей. Так, ну все, я побежал. Вот, 20 патронов куда, сейчас домой? Скинул. Да. 20 патронов заберите, скинул, алё. Да. Взял. На, порох, 90 забери, если не давай, сделал, хватит. Давай. Все, сейчас там нажарим. Уголь на еще чуть-чуть. Давай, отлично, все. И топливо вот. Давай. Все, побежал. Еще возьму. Я как этот... Убил... Снабженец. Упал. Снабженец. Снабжаю патронами, да? Подношу коробку, да? Ой, жесть. Все, остается набрать на этот долбанный гранатомет и все. Я не знаю, сможем мы армор разбить? Хуй знает. Попробуем, доколупаем, если что. Ой, бочка зарезалась прямо у нас у ворот дома. Ага. Так, ты держи левую, я правую беру. Окей. Опа, стреляет она. Лук. Так, иди, ёбни. Вон он, за пристройкой. Или крыть будешь. Пошёл. Убегает с орехом. Должок. Да уж. Пацаны ни о чем, а столько возни с ними. Это кто, ты адекват? Ты стреляешь, сука? Да. Прям предупредил бы хоть. Слышь, чем говорю? Нахера вы нас рейдите? У нас даже лута нет, отстреливаться нечего. Тупые вы. Да пиздят они то с МГ, то, блядь, болты нахуй вход ходили. Mm-hmm. Ну скоро и жить им негде будет. Надеюсь. Так. Ох. Там адекватно тоже подкиньте патроны. Все, что взрывается у нас, забирают, да? Да. Броник есть, да ладно? Я все это время без броника был. У нас дома лежал броник. Ну, я приказ, ну да. А, вон еще же печка есть. Бензин уже, кстати. Левый он все залутал. Вон он бегает. Да ладно, 400 металла действительно у нас было наверху. Ну? Наверху, на самом. Я помню, в каком месте. Так, все, я тогда пошел за деревом и крафчу гранатомет. О, да. Ну зашибись, то что печки сейчас накрафтят железо, я сделаю патроны, и все нормально будет. Интересно, куда на гранатомет тут? Дерево идет. Блин, еще животное надо убить. А курицы пловцы дают? Угу. Совсем чуть-чуть. Ну сколько даст? Твою мать, хоть бы кабанчика какого найти. О, лошадь. Ты что, пловцы нужны? Да. У меня 48 собак. Я рад, да, я сейчас побегу, блядь, за кловцами к тебе.
Вроде стволы взяли. Они? Они что-то строятся. Так, все, все, я тут оленя убил. Блин, они сейчас стоят двери, как бы не стоят. Крафчу гранатомет. Он опять бочку зарезал. Ой, да ладно, баррикады изучил, стоуновские. Нихера все нормально. О, скрафтил гранатомет, все. Отлично. Все, беру металл и херачу к вам. Так. А у всех есть СМГшки, там вот это все? У меня нет. У меня пистолет и дробаш. Но у тебя все равно 9 мм стреляешь. Mm-hmm. Адекват, у тебя есть СМГ? Mm-hmm. А ТР? Да. Есть, есть у меня. Все, крафчу. Блять, я что же умею крафтить эти долбанные гранаты? Изначально это. Ну ладно, хер с ним. Порох скинул. Так, металл скинул. Что еще тут? Мясо. Так, сюда. Одна стрела. Забираю все виды ракеты. Бегу к вам. Так, где? Главное не пропустить ни одной ракеты. Так, раз. Так, 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 так. Нету. Настраивай. Угу, вышел. На, садил ему. Перезаряжаюсь. 5 ракет, отлично. Гранату забираю. Так, там одежда. Все-таки, значит, я пропустил. Была же еще первоначальная граната у нас. Короче, 6 ракет. С адекватовской, я имею в виду. Вот она, нашел. Все, бегу к вам. А, еще что? Ну, вот, нормально ракета, еще нашел. Да бегу я. Ну, успел загрейдить, да? Все, 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 бегу. У нас да. Раз, два, 7 ракет плюс адекватовская, 8. Сейчас выйдем. Этот, Карамба, сделай бинтов. Mm-hmm. Так, гранатометчик, тогда кто у нас, адекват? Да. Тер, тебе гранаты? Кто там патроны богат? Ладно. Я богат. Попадаю в него, бегай все равно. Вы на пристройке, что ли? Нет. Мы здесь дело мали. Да-да-да, все нормально. Не пытаются застроиться, не дай. Угу. Так, на земле скидывать бы гранатомет буду, чтоб, не дай бог, не забагался под фундамент. Я возле okay. пристройки, сюда идите, кто взрывать будет. Вот здесь скидываю. Так, гранатомет скинул. Адекват. Ракета быстрая, она мало дамажит, но быстро летит. Ну забирай, что ты, адекват, скорее. Ну у меня места нет. Нет. На патроны, старт. На, спасибо. Все, тир. Блять, они одну стену загрейзили, бегу. Вот, я здесь, здесь, не надо бежать никуда, я здесь. Гранаты скидываю, раз, два. Патроны. Ой, да ладно. Есть? Патроны крафтятся. Так. Я готовая. Подожди, на. 32 патрона. Подожди. Так. Ой-ой, отскочила, куда ты, Тер, отойди. Нормально. Во. Давай. Скажите ему плохо. Нет, не хуя, ну нормально. На, охуенно будет. Слышу, вон носится вдвоем. Так, ну чё, армор, наверное. Да-да, долби прям напрямую. Сейчас ребятки охуеют. Давай-давай. Отлично. Давай. А если они ее чинить начнут? Не, не. Не, 10 секунд даже говорил. Ну да.
сверху, слева. Гляньте по-быстрому хватает. Бегу. Угу, попал, попал. 398. Давай. Нормально. Готово. Е-е-е. Что вот, там? Так, забежал внутрь. Все, все, все здесь авторизовался в шкафу. Так. Отлично, дверь открыта, я вижу. Где двери? О, это кресло вот здесь. Должен быть. Но они нищеброды какие-то. Вообще все плохо. Наверное, наверху все у них. Где у них подъем? Вот, вот, вот подъем здесь. Где, где же? Ну вот, где? Вот, 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 вот. Ну где? Я потерялся. Да, вот, ой! Пока вот там, блядь, подъемы искали, я расправил. Да? А, вот где. Все, я нашел. Я ведь расправился. У них лута нет ни хера, блядь. Фуру забрал. Ты зарейдили, красавчик. Камни. Пацаны, там вообще надо подвесить хотя бы. Ты чё тут не жёсткий? Так, пиздец. На спальнике. А вон ещё, кстати говоря, у них шкаф стоит. А как он забаганный на пол стены. Ой, тут тут пор железа. Где, 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 где? Здесь, в печках? Ещё железо. Ракета, ракета, адекват, слева, забирай. В печке. Так, здесь я люблю такие сюрпризы. Нормально, да? А где ходят? Кто двери открывает? Где я закрыл? Херами тут настроили, блин. Чё же? Не провалитесь. Ну, ну да. Сейчас засада, блин. И тут это они все и лепили, бегали, да? Молодцы, себе, молодцы, говорит, зарейдили. Так, штанцы. Сейчас, где тут я видел жир? Или топливо? А, ты печку хочешь мне поставить? Да, 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 да. Вот, отлично, давай, давай. Пойду спальники разбивать. Думал, у меня вообще замурамали. Ну смотри, у них была болтовка, всякая херота, где это все? Ну, все проебалось, наверное. Кто по земле ходит там? Нихуя, смотрю, у меня как, блядь, застрял. Минус. Слышь, я застрял. Жир нужен. Так пропишите вы тупые, чего вы мозги колупаете? Вообще не такая. Что делаешь? О, нормально, вышел. Так. Карама, может тебе шкаф скрафтить? Какой шкаф, я на него не запрыгну? Что за голый хер? Так, откуда он вообще пробежал? Ну зачем так сурово? Ну зарейдили все, резко перейдем. Что нам дом ломать? Да. Вот уроды, блядь, потом ты будешь сразу, блядь. Ебал тебя в рот, понял? Я тебя тоже ебал в рот, дружище. Да, 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 мой вкусный такой. Да. В смысле? А кто это ваша охуенная? Все, два спальника разбито. Видишь? Это голый, я в него и стрелял. Так, таблеточку забираю. Это, по-моему, быдло, а не клан, да? Ну да. Ну да. Не умеет достойно проигрывать. На карте минуту поставить, чтобы мы его въебали. А что там горит такое прямо? Костер какой-то? Да там голожопы бегает. Блять, у нас еще 4 снаряда, можно еще какой-нибудь въебать дом. А давайте до дома хотя бы лут донесем наш. Давайте. Все, пойдем.